Я нашел снайперскую винтовку. Это хорошо. Всем привет, друзья! Это по-прежнему папка в Майнкрафте. Прошлое видео я попытался сделать как-то прикольным, и сейчас вот мы уже делаем продолжение уже на следующий день. Я тут уже... Это уже новая карта, снова 5 человек сегодня, потому что побольше не удалось нам собрать. И, блин, что-то лута я пока что не вижу. Лут все также спавнится в тех ящичках таких железных. И, может, я сейчас... О, не-не, это холодильник, вот ящик. Опа, я уже нашел себе Крис Вектор. И на него, в принципе, по-моему, да, можно поставить... Можно поставить на него аттечмент. Так, в принципе, я уже залутался. Так, блин, мне какая-то березка выпала. Поставлю ее на первый... На первый слот. Так, карта у нас теперь побольше. Значительно больше. Тут у нас сегодня поменялся состав игроков. Вот вы видите на экране. Фанни Гуфи, Just Sam Games, мистер Эмиральд. Да, с нами сегодня играет Эмиральд. И Вика. У Вики и Эмиральда можно на канале посмотреть видео. Так что, также, чуваки, поставьте лайк, если вам понравится это видео. Там комментарий напишите, какой нравится, не нравится. А я дальше пока что иду лутать. Так, тут еще один ящичек. И я нашел уже бронежилет себе. Отлично. Надо бы еще найти себе головной убор. Шлем какой-нибудь. Так, тут у нас что? Тут у нас еще один ящичек. В каждом доме есть лут. Оба! А вот это мне уже нравится, слушайте. Я нашел снайперскую винтовку. Это хорошо. Я, кстати, уменьшил немножко шейдеры в плане... В плане, чтобы... Рассвета добавил, потому что писали, что картинка очень... Очень яркая. А сейчас картинка более-менее уже. В принципе, у меня сейчас есть снайперская винтовка, и я могу стрелять вдаль. Могу даже сломать окошечко. Оба! Вижу кого-то. Вижу кого-то. Там был, походу, Эмиральд. Вот он. В принципе, я могу его сейчас попробовать пристрелить, но не знаю, получится ли у меня. Прицел тут очень маленький. И это вообще не круто. Это вообще не круто. Снайперская винтовка, а прицел такой маленький. Ничего, думаю, пойти дальше. В принципе, по дорогам, я думаю, ходить это немножко глупо, поэтому буду как-нибудь всячески стараться прятаться. Стараться прятаться. Есть ли там кто? Не-а. Оба. Фанни Гуфи убили. Только где? Что-то я пока не знаю. Я пока что забегу обратно в дом. Ага. Фанни Гуфи был убит. Понятно. А кто его убил? Так и не написала. Не пишет, кто кого убил. Это для, так сказать, для того, чтобы эффект внезапности появился. У меня есть, в принципе, бронежилет. Мне немножечко менее страшно в этом плане получения урона и прочего. Так. Не, что-то все по-прежнему никого нету. Ага, ну, в принципе, я думаю, можно двигаться дальше. Фанни Гуфи, наверное, был вот в этом домике, или здесь был Эмиральд, я не помню уже. Но Эмиральд, скорее всего, залутал этот дом. Так, листья можно ломать, я вот только... Оба, Сэма убили, понятно. Осталось у нас... Сколько? Двое игроков еще, ну, не считая меня. И я не знаю, кто кого убил. Наверное, либо Вика... Либо Эмиральд. Кто-то один из этих людей. В принципе, у меня есть снайперская винтовка, и думаю, она мне... Блин, тут залутали. Чуть-чуть поможет, может быть. Я не знаю, откуда были выстрелы. Ну, я, знаете, все-таки хочется узнать. Поэтому думаю пройти сейчас немножко. У меня Крис Вектор, хорошее оружие очень. У него, в принципе, и коллиматорный прицел. Главное, чтобы Вика где-нибудь не сидела, не крысила. Хотя дробовики я сейчас в этот раз... Не поставил. Так, прорашу чуть-чуть. Так, тут залутано. Буду слушать также шаги и прочие издаваемые игроками звуки издаваемые. Чтобы понять, где, собственно, они у нас сидят. Эту карту, кстати, я просто огородил. Это карта зомби-апокалипсиса. На стриме я играл как-то. Было довольно-таки весело. Фиолетовая псина, привет передаю. Спасибо за донаты. Причем жесткие донаты. Вообще всем донатерам на стримах моим спасибо. Да и вообще, чуваки. Нравились бы стримы вот подобно? Вот если с подписчиками еще играть в PUBG такой, по-моему, было бы очень интересно. Наверное. Так, окей, пока что спускаюсь, потому что... О, блин. Потому что... Так, что-то немножко напряжно, знаете ли. Два игрока такие остались. Ага, кто-то броник выкинул. Либо это кого-то убили здесь. Тут кто-то есть, наверное.
О, шлем, отлично. Теперь у меня есть шлем, защита максимальная. Ну, в принципе, тут очень реалистично по стрельбе. Так что думаю, ну, типа, мне чуть-чуть может помочь защита все-таки. Главное, чтобы здесь никто не сидел, не крысил. Ну, в принципе, никто не... Опа! Так, нет, что-то до хрена оружие. Либо калаш, либо М-ка. Я ни то, ни все брать не буду. Сложу пока в ящичек. И мне... Вот жаль, я Эмеральда в самом начале не пристрелил, как только у меня появилась такая возможность. Я хочу сейчас, как... Блин, как Гук, залезть на дерево. И оттуда будет очень видно все. Думаю, на какую-нибудь елочку, ель на какую-нибудь. И со снайперской винтовкой засесть. Так, ага. Вот сюда, думаю, попробую залезть. Если залезется. Ну, надеюсь, залезется. Только надо еще повыше было бы. По деревьям никто лазить не запрещал, в принципе. Это можно проворачивать такое. Я думаю. Прорыть себе чуть-чуть такой проходик. Кстати, листья деревьев, они, в принципе, это... мало того, что камуфляж дополнительный, так еще от пуль защищают. Но в жизни бы я, естественно, не защитил бы ни хрена. В принципе, я думаю, вот такую возможность надо все-таки убирать. Пока что я, ну, не запретил такую возможность, и я ее пользуюсь. А так, ну, думаю, наверх никто смотреть не будет. Но кто ко мне подбежит, тот получит. Очень-очень больно. Пока что я не знаю, сколько прошло с момента начала записи, но... блин. Я боюсь, что игроки тоже на деревьях сидят как-либо. И заныкались где-то вот. Заныкались. Вот это вот не люблю. Принц... Оба! А кто это там такой? Ну-ка. Я не попал. А вот там кто был? Оба! Опа, дверка закрылась. Ну-ка. А кто это там у нас такой? А? Кто это такой смелый там сидит? Оба. Кто стреляет? По кому? Кто по кому стреляет? Ага! Виктория! Угу, Виктория. Засела у нас в домике. Без брони, без ничего. Ох ты ж. Девчуля, не повезло тебе. На снайпера. Ага, Эмираль, значит, где-то вот в той стороне, раз она тут стреляет. Кого же первый бьют, Эмеральда или Вику? Я, в принципе, могу сейчас пойти прорашить их. Оба, фух, в воду спрыгнул. Пойду, может, попробую Эмеральда убить. Вот он раз в этом доме сидит. Наверное. Или где он сидит? Может, это очень глупая затея, но я попробую. Залетаем! Не, никого нет. И тут тоже ничего. Пусто. Так, Вика. Ставим туда, Вика. Вот там вот она сидела. Что-то я больше не вижу никого, ничего. Убежала, убежала. Видимо. Не знаю, сейчас посмотрим. Немножечко напряженная игра, игра уже становится. Можно забежать, в принципе, в домик к Вике. Если она меня сейчас не убьет. В принципе, у нее преимуществ больше в плане убийства меня, потому что она сидит в доме. Оба! Это что такое? А какими патронами? 26 РНД. А это какие? 26 РНД. Я залутал еще себе патрончиков. Отлично. И поставлю, пожалуйста, глушитель себе на Крис Вектор, чтобы меня было тише слышно при стрельбе. Я буду как Сэм Фишер из Splinter Cell. Так, а снайперская винтовка у меня по-прежнему очень громкая. Это не есть хорошо, на самом деле. Оба! Кто стрелял? Оттуда, оттуда откуда-то. Сейчас посмотрим. Откуда? Отсюда? Откуда? Отсюда стрельба? Нет, не отсюда. Сейчас Опа! Нет, я думал, кого-то убили. Откуда стрельба-то идет? Что-то я не могу понять немножко. Оттуда, наверное. Все-таки оттуда. Вика с Эмеральдом перестреливаются. Оттуда. Сейчас попробую зажать их двух. Двоих сразу. Если меня... Оба, оба, оба. Врываемся. Пусто, пусто. Тут что-то есть. О, винторез. У меня есть, в принципе, снайперская винтовка. Винторез тоже хорошее оружие, но брать его не буду, потому что...
Хотя, в принципе, вот это вот BMG, который стреляет .50-ми патронами, калибром, он ваншотит, а винторез не ваншотит. Я пытаюсь определить, откуда стреляют они. Может, отсюда? Я вообще на них бегу, нет? По-моему, они вообще в другой стороне стреляют, нет? Ага. Вот отсюда. Он видел. Да блин, давай. Ну, давай. Убил. Эмеральда убил. Убил Эмеральда, так. Чуваки, оказывается, все это время Вика была в креативе. Очень прикольно. Я же всем сказал снять гейм-мод. Гейм-мод всем сказал снять. Такс. И... Опа, у Эмеральда что это было такое? Сейчас глянем. Так, что это? Ага, вон Вика. М-ка была. М-ка. Нет, поменяем. Давай, перезаряжай быстрее. Это не те патроны. Вон там где-то бегала. Вон там где-то Вика бегала. Ну, Эмеральда-то я убил. Осталась Вика. Вот карта уже побольше, уже, по-моему, поинтереснее будет. Людей бы побольше, на самом деле. Пусто. Пусто, я бы сказал. Так, продолжаем. Там какой-то чел нам поставил паузу, хотя он как бы мертв. Зачем поставить паузу, когда ты мертв? Я не понимаю. Так. Где-то вот здесь. Оба. Она по мне стреляла? Или нет? Угу, по мне, видимо. Но я не слышал, что... Блять. Только не это. Только не вот. Так. Отлично путаюсь в управлении. Вот здесь, наверное, она сидит где-то. Или нет? Нет, здесь ее нету. Пофиг, займу вот эту позицию. Может, здесь мне повезет, а может и нет. Фу, такие сундуки нельзя трогать. Оба, шлем. Ну, у меня не коцаны вообще ничего. Надо как-то вылезти, короче, наружу. Ага. Сюда, оба, можно допрыгнуть, отлично. Посижу здесь, попривлекаю Вику. Ну-ка. Слышала? Блять, я упал. Так, окей. Сейчас попробуем. Попробуем убить Вику. Либо она нас. Посмотрим. Вот, чуваки, ставки. Напишите в комментарии, кто сейчас кого убьет. Я Вику или она меня? Так. Оба. Слышал. Я вас понял. Вечно ставит паузу. Для вас это мгновение, а для меня это... 10 минут еще посиделок. Окей, просто побегаю по городу, думаю. Попробую поприманивать ее выстрелами. Залезу сюда. Так, нет, саженцы мне... Оба. Виктория. Давайте умрем. Блять. Так. О, отлично. Ну ты, конечно, мне... Блин, ну ты, конечно... Дамажила мне, даже сломала броньку. Но я занял первое место. Это было напряжно. Все сражались, молодцы. Хорошо сражались. Так, чуваки, второй раунд. Так, сейчас попробуем по-быстрому залутать какой-нибудь домик. Так, в предыдущем раунде я победил. Я уже нашел себе ACR. Это что-то наподобие Скара, Скар-Л из PUBG. Но так как Скар-Л нет в моде, о, на него, в принципе, можно повесить прицел. Коллиматорный прицел я уже повесил. Так, я объяснил челам, что листву можно ломать. Кстати, можно в тот домик забежать. Но, боюсь, там кто-то уже есть. Кто-нибудь сидит там. Сидит. Так. Опа, берета. Так, берету нашел. Отлично. Так. Главное, чтобы здесь реально никто не сидел. Кто я такой зайду, кукульки. А тут кто-то сидит. Так, у меня есть, в принципе, на берету глушитель. Давайте поставим. Вот, теперь у нас берета с глушаком.
чтобы было тихо. Расставлю сейчас оружие по феншую. Вот так вот. Так, шлем у нас есть. Это хорошо. Так, что шлем есть? Главное, башку, чтобы не снесли, а остальное все. Да и не только башку, в принципе. Что вообще ничего не снесли. Ба, кто-то уже стреляет. Ага, Сэм умер, понятно. Так, давайте аккуратно спустимся. Так, что у нас тут еще есть? Мы как бы уже начинали второй раунд, но из-за того, что я отходил, мы решили заново все сделать. Так, Сэм, у нас осталось уже 4 человека, это вместе со мной, если считать. Давайте забегу вот в этот дом. Опа. Страшные звуки. Так, у нас тут что? Ага, ящик. Еще один шлем. Мне его некуда класть, поэтому оставлю остальным игрокам. Так. Окей, что у нас здесь? Оба, еще ящик. О, М-ка. Поменяю-ка. Не, у меня, в принципе, 3 оружия. И, ух ты, а эта М-ка неплохая. Это М-ка с магазином на 100 патронов. Или нет? Не-не-не-не-не. Я хочу... Я это не хочу заряжать. Я сделаю вот так. Я заряжу на 100 патронов. Угу. Вот. Я думаю, с ACR я, короче, сниму голографический... коллиматорный прицел и заряжу вот сюда. И ACR пускай у меня остается в таком оружии, средненьком. И натоски. Натоски глушитель у меня еще есть. Все, М-ка у меня полностью прокачана. В принципе, что сильнее? 7,2. Не, все-таки ACR все-таки на самом деле мощнее. Давайте попробуем на ACR зарядить магазин. Нет, погодите, сейчас. Да, все-таки я на ACR лучше все поставлю аддоны. Так, с М-ки сниму. Аддон, оп-оп. Вот эти вот две сниму. Ну, мало ли, пригодится все-таки. И глушитель. Все, отлично. М-ка у меня пускай пока тут валяется. Я ее тоже заряжу на всякий случай. Мало ли кончится патрон, а мне стрелять придется. Все, все пушки у меня заряжены. Ставлю вот так вот. Все, с ACR-кой тогда побегаю. Ну, это прототипы. Похожее оружие на FN-SCAR. LH. L просто long. Аж. Ты там хрен пойми какой. Так, здесь уже кто-то был. Так, тут даже паутина. Паутина. Шкафчик пуст. Окей. Угу. Окошко сломаю, думаю. И надо поглядеть, что да как здесь. Что да как. В принципе, здесь пусто. Так. Пойду-ка вот сюда. Так, скелетон сидит. Скелетон, привет. Надо вот, думаю, пойти полутать вот этот дом. Мало ли в нем что-то есть годное. Тут все заставлено какими-то баррикадами. Надеюсь, здесь никто не сидит. Ага, здесь кто-то Томпсон выкинул. В ящике ничего. Опа! Кто-то... Ох ты ж, ё-моё! Понятно, кто там сидит. Какой-то хитрожопый. Какой-то хитрожопый там сидит. Но у него... Убил, минус Вика, отлично. Попробую убить того, кто сидит внутри дома. Я надеюсь, что у него нет никакого оружия, которое может... Окей, меня убили. А кто меня убил? Хочу глянуть. Это был Фанни Гуфи, отлично. Он меня убил, Сауга. Ну что ж, молодец, остался мистер Эмиральд у нас, который... Ну, как всегда, залутал какую-то хрень, глок залутал. И пошел. Пошел смотреть. Сидит на краю карты. Молодец, Гуфи, что убил. Он, кстати, близко к Фанни Гуфи. Вот здесь вот он сидит, где-то ошивается. Не здесь. Кстати, у Вики был и Мосин, и... Ага. Кто стреляет? Эмеральд стреляется с Фанни Гуфи. Ага. Вон, Фанни Гуфи стреляет по мистеру Эмеральду, не попадает. Только несколько раз совсем попадает. У него аук, понятно. Нашел аук, пацан. Давай, забегай уже внутрь и кончай с Эмеральдом. Вон он сидел. Оба, вот вышел. И все, похоже, минус Эмеральд. Так, завязывается перестрелка. Эмеральд глупит, куда-то убегает. Ага, понятно. Эмеральд все решает бегством, понятно. Тем временем Фанни Гуфи, наверное, вместо того, чтобы преследовать, чекает дом. Но нет, Эмеральд уже отсюда скрылся давным-давно.
Да, вот он. Не, он все-таки стоит. Вон он чекает, короче. Он чекает, как там в доме что творится. Понятно. Хитрюга Эмеральд. А вот и Гуфи. Да. Эмеральд убил Гуфи. В принципе, у Эмеральда было меньше перспектив, но все-таки он смог занять первое место. Молодец, Эмеральд, поздравляем тебя. Молодец. Так, третий раунд, друзья. Сейчас посмотрим. Ставьте сразу ставочки, кто займет первое место. Сейчас. Мне не повезло в прошлом раунде. Так, о, Беретта. Снова Беретта. Привет. Это просто дежавю словил небольшое. Беретта уже попалась в самом начале. Попробую сейчас кого-нибудь, не знаю, попробовать зарашить. Прям с самого начала. Вот залутаю только перед этим вот этот домик. Тут у нас еще Беретта. Еще патроны для Беретты. Спер немножечко. Попробую вот сюда пойти. Посмотреть, что у нас тут. Так. И глянем сейчас. Может, тут кто-то у нас сидит даже. Нет, никого нет. Мне повезло. Окей. Тут есть сундучки и прочее. Во, вот здесь, наверное. Пусто. Кто-то здесь залутал только что. И куда-то ушел. Наверное, это был либо Сэм, либо кто-то еще. Ага. А вот у нас мистер Эмина. Смогу ли я его убить? Ну ладно. Хорошо. Я умер первым. Бывает. Ну, да, надо было найти оружие получше, чем Беретта ссаная. Ну, побудем сегодня комментаторами побольше. В принципе, и так уже много видос идет. Давайте посмотрим, что у нас будет в целом. Так, что у нас делать в это время Вика? Вика... Да что-то тоже делать. Фанни Гуфи тоже, что ли, умер? А? Да, Фанни Гуфи умер вторым. Понятно. Ну, бывает, ничего. Бывают у нас такие... так сказать, перепады. Так, нет, Вик, не ссы, там никого нету. Можешь проходить. Тут сундучок залутанный. Оба! А, блядь. Я испугался. Давай, летай за ней. Оба! Тут кто-то стреляет, а Вика у нас засела с чем-то. Со снайперской винтовкой. Ну, ничего, первое место одержали победу. Вот. Оба! Кто стреляет? Чё-то я не вижу, чтобы кто-то стрелял. Такс. На втором этаже пусто. Тут кто-то выкинул Томпсон. Если Вики нужен... А зачем она подобрала Томпсон? Оба! А сюда заходит Эмеральд. Так, Вика, давай убей его. Блин, нет. Эмеральд убил Вику. И остался Just Sam Games и мистер Эмеральд. А нет, Эмеральд, тут пусто. Эмеральд уже нашел себе шлем. Видимо, это он там залутал. Но ничего страшного. Так, посмотрю, где сейчас находится Сэм. Сэм у нас ходит где-то. Ходит, бродит. А, вот этот дом, походу, тот, где меня слили. А, нет. Тут я залутал Беретту. Каком-то из домов. Посмотрим, что у нас там у Эмеральда. У Эмеральда... Че, он засел крисит, что ли? Или че? А, он выложил ненужное оружие. Окей. Он Беретту взял ACR. Это очень глупо, Эмеральд. Это очень глупо. А, либо у него три оружия, я не знаю. Так, тем временем Сэм у нас что делает? Сэм ходит по улице. Что тут ищет, не знаю. Так, оба. Ходит. Оба, а вот именно. О, молодец. Сэм, молодец. Одержал первое место.
Челики, вообще, какие ваши ощущения от игры? Хотели бы вы еще в таком подобном поучаствовать? Очень хочу, мне очень понравилось. Очень понравилось, да? Это тебе не марсианина снимать и не опасные приключения, да? Точно не опасные приключения меня заебали. Ну да. Что вы хотели бы вообще сказать по поводу... Какие ваши ощущения, когда занимали первое место? Хорошо, топово, мне очень понравилось. Просто, знаешь, такое чувство, как будто ты кого-то убил. Окей, хотели бы вы в подобное сыграть, но только уже с аудиторией, с подписчиками там и прочим. То есть, когда больше людей, там, тимы. Очень круто, да, было бы реально круто. Конечно же. И побольше карт. Можно на каком-нибудь стриме, кстати говоря. Да, слушай, хороший. Понабрать людей. А, не испытываете только ли что... вы вообще ненависть после всего пройденного к своим, так сказать, друзьям? Нет. Да вообще. Вчера я хотела всех убить. Но сегодня уже нормально. Короче, щелики, если вам на самом деле понравился этот видос, то там поставьте лайк, подпишитесь на всех челов, которые снимали со мной. Ты вот что эту это херню. Снимал? Я же веду себя как конченый человек. Я это буду вырезать, не сы. Нет. А подпишитесь на всех, поставьте им там лайки, там дизлайки, что хотите, комментарии напишите. Вот. Все ссылки на челов в описании. Там у всех почти что выйдет видос, ну, у троих из нашей сейчас тимы, это у Вики и у Миральды. Вот. С нами сегодня еще играли два модератора, это сейчас Геймс и Фанни Гуфи. Не добило, нормальные челы, хорошие пацаны. Короче, всем пока, хорошего настроения и не будьте как Миральда. Ну, здрасте, добрый вечер, я диспетчер. Нет, ты не диспетчер, ты радист, анонист. Ты радист анонист, понятно? Я пожилой дилер, да. Ты пожилой дегенерат. Нет. Да, маразм тебя уже замучил. Все, все. Все, успокойся, нахуй. Подписывайтесь на пожилой канал, когда спасибо за просмотр. Всем пока. Сейчас каху высрет, судя по интонации. Пиздец.